И начать мы с вами должны с основных определений, что же мы на самом деле имеем в виду, чтобы когда мы говорим о свободной воле человека, мы понимаем, о чем идет речь, когда мы говорим о безусловном избрании. И точно так же, когда армяне высказывают это возражение, мы должны с вами прекрасно понимать, какую свободу они подразумевают. Поэтому нам вначале необходимо разъяснить основные определения, разобраться с терминами, прежде чем мы сможем ответить на это возражение и сказать что-то более конкретное. И я полагаю, что первое, что мы должны разобрать, это определение свободной воли. Я полагаю, что большинству людей кажется, что вопрос этот очень простой, потому что, что бы мы ни говорили, существует только лишь одно определение свободной воли. И каждый полагает, что он знает, что же это за определение. И если именно о такой свободной воле идет речь, если именно такой свободной волей наделен человек, то тогда непонятно, как Бог может что-либо гарантировать, в частности, безусловное избрание. И я полагаю, что начать нам необходимо с определения основного понятия, с понятия индетерминизма. И индетерминисты обычно это те, кто считают себя армянами. Хотя к этой категории людей можно отнести и тех, кто придерживается позиции открытого теизма. Но здесь мы уже переходим черту ортодоксии, а мы все-таки хотим остаться в рамках евангельского учения. И согласно позиции индетерминизма, утверждается, что подлинно свободный поступок человека — это такой поступок, который не детерминирован, не определяется внешними факторами. То есть подлинно свободный поступок человека не определяется внешними причинами, внешними факторами. То есть это означает, что если какой-то поступок, если какое-то событие определяется внешними причинами, внешними факторами, то этот поступок не свободен в таком понимании. Иногда это понимание свободной воли называется инкомпатибилизмом. Однако в современных трудах по этой теме все чаще используется несколько иной термин, определяющий то же самое понятие. Это термин либертаризм или либертарная свободная воля. Либертаризм и инкомпатибилизм — это, по сути, одно и то же. Это недетерминистский подход к пониманию мира. Согласно этому пониманию, дается следующее определение. Вернее, делается такое добавление. Вне зависимости от того, как человек поступит в той или иной ситуации, что бы человек ни избрал, как бы он ни поступил, всегда имеется равнозначная альтернатива, так что человек мог бы поступить иначе. И ничто не повлияло на то, что он выбрал поступить именно так, а не иначе. То есть основная идея, на которой строится индетерминизм, состоит в том, что человек всегда мог поступить иначе. Всегда есть альтернатива, всегда есть возможность сделать другой выбор. И речь идет не только о том, что есть несколько вариантов, как человек может поступить, что он может избрать, но также говорится о том, что нет никаких внешних факторов, которые настолько сильны, что склоняют человека к выбору именно какого-то варианта из всех возможных вариантов, как он мог бы поступить. Итак, это основная идея, которая лежит в основе индетерминизма. В противоположность этому есть понятие детерминизма. И согласно этому представлению, все, что когда-либо происходило, происходит и будет происходить, речь идет о событиях или поступках, все это определено какими-то причинами или факторами. Все обусловлено внешними причинами. Причем эти внешние причины таковы,
что иначе просто ничего не может произойти. Позвольте мне повторить. Если мы говорим о детерминизме, то мы с вами говорим о том, что каждый поступок обусловлен внешними причинами, внешними факторами настолько, что иной вариант развития событий просто невозможен. Эти факторы настолько сильно определяют путь развития событий, что по-другому они развиваться просто не могут. Таковы внешние условия, таковы внешние факторы, которые обуславливают, влияют на тот или иной поступок, на тот или иной выбор. Поэтому нам должно быть ясно, что основное утверждение индетерминизма противоречит основному утверждению детерминизма. И наоборот, в основе индетерминизма лежит понимание, что поступки человека свободны, они не обусловлены внешними факторами. И сторонники индетерминизма скажут вам, что большинство поступков в этом мире свободны, они не вынуждены из-за влияния внешних факторов. С другой стороны, сторонники детерминизма будут утверждать, что поступки определяются внешними причинами. Поэтому вы понимаете, что это совершенно разные мировоззрения, противоречащие друг другу. Свободный поступок не обусловлен внешними причинами. Это с одной стороны, а с другой стороны, все, что происходит, обусловлено внешними причинами. И вот так как армяне находятся в лагере индетерминистов, а кальвинисты находятся в лагере детерминистов, то должно быть предельно ясно, что это совершенно разные позиции. Если мы говорим о вопросе безусловного избрания, если мы говорим о вопросе свободной воли, то нам не удастся придумать некий гибридный компромисс. Мы не сможем с вами придумать некую модель, которая совмещает в себе и позицию кальвинизма, и позицию армянианства. Другими словами, нет такого понятия, как кальвиарианство, скажем. Такое понятие просто не может существовать, потому что эти теории строятся на несовместимых основаниях. Что ж, мы с вами разобрали основные определения. Настало время для нас двигаться дальше. Давайте теперь более подробно рассмотрим позицию индетерминизма и рассмотрим понимание свободной воли с точки зрения индетерминизма. И сюда я включил несколько разных определений. И первое, о чем мы с вами поговорим, это понятие абсолютной свободной воли. И здесь я предлагаю вам попробовать представить наиболее крайний, экстремальный случай использования свободной воли, который вы только можете представить. И затем, когда мы с вами об этом поговорим, мы обсудим, как понимают свободную волю детерминисты и индетерминисты. Итак, вы видите перед собой определение абсолютной свободной воли. Это определение приведено в ваших конспектах, а также в презентации. Абсолютная свободная воля подразумевает возможность выбора в соответствии с желаниями человека и осуществление этого выбора, совершение поступка без какого-либо внешнего принуждения и без какого-либо внутреннего принуждения, психологического или иного рода. То есть ничто не препятствует человеку поступить так, как он хочет. То есть человек может выбирать и осуществлять свой выбор. И чтобы быть абсолютно свободным, человек не только должен иметь возможность желать, но и исполнять все свои желания.
Причем это не должно быть обусловлено какими-либо внешними факторами или внутренними факторами. Другими словами, вот такое определение свободной воли не оставляет места ни для какой формы детерминизма. Если речь идет о поступках человека, то о предопределении мы вообще с вами не можем говорить. Мы даже с вами не можем говорить о том, что что-то влияет на то, что вы желаете. То есть сами ваши желания не обусловлены никакими внешними или внутренними факторами. И получается, что вы не только свободны желать все, что хотите, но также вы можете осуществлять свои желания, и ничто ни извне, ни изнутри не может вам помешать. Теперь мы с вами понимаем, что это крайний случай свободной воли. Речь идет об абсолютной свободной воле здесь. И теперь вопрос. Существует ли такая свободная воля? Есть ли кто-то на Земле, кто обладает такой свободной волей? И если задуматься, то это определение подразумевает, что желания возникают из ниоткуда. А обладает ли такой свободной волей Бог? И вы можете спросить, ну а что было бы, если бы у Бога была бы такая воля? В чем бы это проявлялось? Но, во-первых, это проявлялось бы в том, что выбор Божий не обуславливался бы характером Божьим, его качествами, потому что его качества влияют на его желание, а также его характер оказывает значительное влияние на то, что Бог выбирает делать. Поэтому мы можем говорить о том, что любой поступок, намеренный поступок, не может быть абсолютно свободным. Вот в этом понимании. И когда я говорю преднамеренный поступок, я говорю о том, что этот поступок преследует какую-то цель. Если у вас есть некая цель, то, скорее всего, именно это определяет ваш выбор. Конечно, не только это, но и это в том числе определяет то, что вы выбираете. Что ж, вы можете сказать, ну, раз никто не обладает такой свободной волей, то получается, что армянское богословие можно поставить под сомнение. Однако мы должны понимать, что в армянском богословии речь идет о другой свободной воле, о либертарной свободной воле. Что же такое либертарная свободная воля? И сейчас мы с вами об этом поговорим. Я буду использовать разные термины, обозначая это понятие свободной воли. Я могу называть эту свободную волю либертарной свободной волей. Я могу использовать и другой термин – инкомпатибилизм. И, в принципе, все эти термины обозначают одно и то же понятие. И что же это за одно и то же понятие? Это то основное понятие, которое мы с вами рассматривали, когда начинали с вами обсуждать индетерминизм, а именно, что подлинно свободный поступок человека не обусловлен какими-либо причинами, не детерминирован. Что ж, некоторые люди полагают, что вот это понятие свободной воли означает, что внешние причины вообще не оказывают никакого влияния. Но не это имеется в виду. Согласно этому пониманию свободной воли, допускается, что внешние причины могут оказывать какое-то влияние на выбор человека. Но все-таки решающее значение имеет желание человека. То есть внешние причины не определяют поступок человека. Они могут влиять, но не оказывают решающего влияния. Внешние или внутренние факторы могут склонять человека к тому или иному действию. Но, тем не менее, обладая вот такой свободной волей, человек всегда может поступить вопреки этому влиянию, поступить иначе. Причем поступить иначе он может так же просто, как и поддаться вот этому влиянию. Итак, свободный поступок, согласно этому определению, обусловлен решением человека.
И некоторые могут к этому добавить, что нет никаких причин, нет никаких внешних факторов, которые вынуждают человека выбрать то или иное. Но на это сторонники либертарной свободной воли скажут вам: нет, мы этого не говорим. Внешние причины присутствуют, внешние факторы оказывают влияние на выбор человека. И также человек принимает решение, преследуя какую-то цель или цели. Просто речь идет о том, что все эти причины, внешние факторы, как по отдельности, так и в совокупности, не оказывают решающего действия на выбор человека. То есть ни по отдельности, ни в совокупности они не настолько сильны, чтобы гарантировать, что человек поступит определенным образом, а никак не иначе. И люди, придерживающиеся понятия либертарной свободной воли, не говорят о том, что каждый поступок, совершаемый человеком, свободен в этом смысле, свободы. Есть поступки, которые вынуждены, но они говорят о том, что человек, в принципе, наделен вот такой свободной волей, что такое понятие свободной воли существует. И это то понимание свободной воли, с которым большинство из нас выросло, к которому мы привыкли, и которое мы обычно подразумеваем, когда говорим о свободной воле. И более того, нам кажется, и мы полагаем, что это единственно возможное понимание свободной воли, которое может существовать. Но есть еще одна позиция, еще одна точка зрения, которую я хотел бы упомянуть и объяснить. И это понятие попадает в категорию индетерминизма, потому что допускает существование свободной воли. И не найдя лучшего термина для определения этой позиции, я назвал ее парадоксальным индетерминизмом. Индетерминизм оставляет место для свободной воли, и здесь мы с вами говорим о либертарной свободной воле. Но вот люди, стоящие на этой позиции, твердо верят в Божью суверенность, считают, что Бог контролирует все, что происходит в мире. И они знают, что в Писании говорится о том, что все равно будет по-Божьему. Божий замысел осуществится, и Божьи цели будут достигнуты. И то, что Бог установил, не может быть нарушено. Но если это действительно верно, если Бог суверенно контролирует все, что происходит в этом мире, то тогда получается, что не может произойти ничего, кроме того, что Бог заранее определил. А если так, то как может оставаться место для либертарной свободной воли? Да, в какой-то ситуации может быть три или четыре альтернативы развития событий, но если Бог уже решил, какую альтернативу вы изберете, то тогда можно прямо сказать, что существует всего одна альтернатива, одна реальная альтернатива. Вот вы понимаете, если верить в Божью суверенность, то получается, что мы должны верить, что Бог гарантирует, что все, что Он замыслил, исполнится. Но если мы допускаем либертарную свободную волю, то мы признаем, что человек всегда может поступить вопреки. И как тогда можно что-то гарантировать? Что ж, я думаю, вы можете видеть, что если вы твердо верите в Божью суверенность с одной стороны, и при этом оставляете место для либертарной свободной воли с другой стороны, то получается противоречие. Ведь как можно это все согласовать между собой? И если в действительности возможность согласования имеется, то эта возможность не лежит на поверхности, не так легко ее увидеть. Однако есть люди, которые понимают, что они должны верить и в то, и в другое, потому что, на их взгляд, Писание учит и тому, и другому, что есть свободная воля, какой она может быть только либертарной, и в то же время Бог абсолютно суверенен.
Поэтому эти люди полагают, что они должны верить и в то, и другое, понимая при этом, что эти понятия не согласуются между собой, они противоречат друг другу. Они понимают, что это парадокс, объяснить который они не в силах, но, тем не менее, они вынуждены это принимать. И я подозреваю, что в ваших церквах немало таких людей, которые придерживаются вот похожей позиции. Да, они не смогут дать все эти определения, они не знают всех этих терминов. Но если вы спросите их, верите ли вы, что Бог держит все в своей руке? Да, верим. А верите ли вы, что люди обладают свободной волей? Да, верим. Но если Бог контролирует все, включая наши поступки, то как мы можем быть свободны? Как мы можем совершать те поступки, которые совершаем свободно? И вы услышите ответ: «Не знаю, но каким-то образом это все должно согласовываться между собой, потому что в Писании мы находим и то, и другое». И я называю такую позицию парадоксальным индетерминизмом. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И сейчас я хотел бы, чтобы мы рассмотрели определение с точки зрения позиции детерминизма. И здесь мы также должны рассмотреть несколько понятий определений. И на первый взгляд эти определения могут показаться неправильными, потому что они противоречат тому, как мы привыкли мыслить и понимать. Поэтому здесь нам необходимо все хорошо объяснить. И только потом мы сможем понять, в чем же заключается позиция детерминизма и почему она представляется разумной для определенных людей. И вначале, я полагаю, нам необходимо определить, что же такое необходимость и ограничение. И в философских трудах вы можете найти несколько разных определений необходимости. Но позвольте привести лишь два таких определения, которые имеют отношение к нашему с вами обсуждению. Это не значит, что все остальные определения вообще не имеют никакого отношения. Просто эти определения не представляются наиболее уместными. И мы назовем их определение 1 и определение 2. Итак, определение 1. Необходимость — это неизбежность, то есть подразумевается все, что неизбежно произойдет. То есть необходимо все, что неизбежно. И мы должны с вами сказать, что все то, что Бог определил, все, что Он установил, все это необходимо в этом понимании необходимости. И с этим следует согласиться, считаете ли вы себя детерминистом, или вы считаете себя индетерминистом. Вы помните о том, что детерминизм говорит о том, что все, что Бог установил, все, что Он определил вне зависимости от каких-либо условий. Индетерминист скажет вам, что то, что Бог определил, Он определил на основании определенных условий, которые Он предвидел заранее. Но я думаю, что и тот, и другой согласится с тем, что то, что Бог определил, то, что Он установил, должно произойти. И это является необходимостью. Хотя следует признать, что армяне гораздо реже используют этот язык и говорят такими понятиями. Но в чем же заключается второе определение необходимости? Согласно второму определению, необходимость подразумевает совершение поступков в согласии с внутренней природой. Другими словами, если я должен что-то сделать в какой-то конкретной ситуации, принять какое-то решение и затем воплотить его в жизнь. Но есть что-то в том, какими существами мы с вами являемся,
что нам следует учитывать, мы с вами наделены определенными интеллектуальными способностями, а также мы с вами наделены определенными физическими способностями. И эти интеллектуальные и физические способности проявляют себя определенным образом. И у нас просто нет выбора, как использовать те способности, которыми мы наделены. Скажем, никто из нас не обладает способностью взять, например, и почесать за ухом и совершить какое-то чудо, совершить какое-то волшебство. Это не согласуется с нашей природой. Скажем, если нам необходимо из одного места добраться в другое, скажем, из пункта А в пункт Б, то мы можем сделать это разными способами. Но мы не сможем долететь из точки А в точку Б. Мы не можем махать руками и при этом летать в облаках. Это не согласуется с нашей природой. Поэтому второе определение необходимости, когда речь идет о каком-то поступке, не подразумевает необходимость какого-то выбора, совершения того поступка, а не другого, нахождение в одном месте, а не в другом, а подразумевает, что все, что вы делаете, используя те способности, которыми вы наделены, интеллектуальными, физическими и так далее, и далее. И совершать поступок, согласно второму определению необходимости, означает, если хотите, совершать поступок спонтанно и добровольно. Вы совершаете что-то естественно. Вы не вынуждены что-то совершать, и поэтому мы говорим, что поступок совершается добровольно или непринужденно. Но вот ограничение — это нечто иное. Если, говоря о необходимости, мы с вами говорим о чем-то внутреннем, о том, что свойственно вашей природе, то, говоря об ограничении, мы обычно подразумеваем что-то, что находится вне нас. Мы с вами говорим о каких-то внешних факторах, внешних силах, которые действуют не изнутри, а действуют извне. И если вы совершаете поступок, будучи ограниченными, то это означает, что вы находитесь под воздействием какой-то силы извне, а не необходимости, которая обусловлена чем-то внутри вас, что делает ваш поступок добровольным и непринужденным. И далее вы можете заметить, что в ваших конспектах и также в презентации, которую вы видите здесь, есть две разных категории ограничений. Вот если вы перевернете страницу в своих конспектах, то вы увидите эти категории. И я обозначил их так: ограниченная воля 1 и ограниченная воля 2. То есть вы понимаете, что речь здесь идет о двух разных внешних факторах. Вот говоря о первой категории ограничений, мы с вами говорим о том, что человек использует свою волю для того, чтобы сделать определенное решение, совершить определенный поступок. Однако он принимает это решение, потому что вынужден его принять. Вы вынуждены так решить, несмотря на свои желания. Вот приведу такой пример. Допустим, кто-то работает в банке кассиром. И вот однажды утром в банк врываются грабители. В их руках оружие, и они подходят к кассиру, направляют на него дуло пистолета и требуют отдать им деньги. Или в ином случае грозят его застрелить. И вам нужно принять решение. И для этого вам необходимо использовать свою волю. С одной стороны, вы не хотите отдавать грабителям деньги, но с другой стороны, вы не хотите, чтобы вас застрелили. И в то же время вы понимаете, что вы никакой не герой, и не можете найти третий вариант, чтобы и деньги не отдавать, и вас не застрелили. Поэтому, теоретически, да, вы принимаете решение, используя свою волю, но вы вынуждены выбирать то, что не хотите. И вот заметьте, как детерминист, так и индетерминист скажет вам,
что выбор, совершенный в подобных условиях, не свободен. Он ограничен. А если решение принимается при таких ограничениях, то никто не считает, что это решение свободно. Ну а как же быть с ограничениями второго рода? Вот в первом случае, когда мы говорили об ограничении, мы говорили о том, что человек сам принимает решение, используя свою волю. Вот во втором случае человек не принимает никакого решения. Вот позвольте мне привести пример такого ограничения. Вот представьте, что после обеда вы прогуливаетесь по студенческому городку. И вот вы спокойно идете по главной аллее, и вот едет машина, водитель не проявляет осторожности, водитель едет быстрее положенного, и водитель совсем не беспокоится о безопасности пешеходов, и он совсем не замечает вас, идущего по аллее. И вот вы идете, думая о своем, и неожиданно эта машина сбивает вас и отбрасывает вас на 20-30 метров в сторону. И вот посмотрите, вы переместились из точки А в точку Б, но это было не ваше решение. Вы не принимали решение переместиться из точки А в точку Б, но, тем не менее, вы переместились. И что касается этого случая, то вас трудно назвать тем, кто принимал решение, кто делал выбор в этом конкретном случае. Вы просто-напросто жертва. Поэтому мы понимаем, что это более строгие ограничения, чем в первом случае, когда мы говорили об ограничении. Потому что в первом случае вы, по меньшей мере, принимали решение, вы делали выбор. Здесь же вы просто-напросто жертва. Вас отбросило в сторону вопреки вашему желанию, когда машина врезалась в вас и сбила вас с ног и отбросила вас на несколько метров в сторону. И в этом случае никто не скажет, что вы проявляете свободную волю, какого бы понимания свободной воли кто-либо не придерживался. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.